На улице зима, минус 5, холодный ветер. Холодно, мерзко, противно. Настроения нету, надо согреться. А что для этого сделать? Надо сделать кэстат. Кастат. Яичный английский чай. Очень-очень вкусная штука, не кривитесь. Пошли. Яичный чай. Странно звучит, но довольно вкусная штука. Я пробовал, семью угостил. Ничего так, зачетно. Согревает очень хорошо. И питательная штука. Можно сразу, то есть с холода прийти, хлоп, согрелся, немножко голод утолил. Вот, можно уже расслабиться немножечко. А что нам для этого надо? Нам надо, естественно, чай, сливки, конечно же, яйца, сахар. Ну и все. Из чего же начнем? С чайника. Ставим на плиту. Воду поставили, теперь наши сливки наливаем и доводим до кипения. Все, ставим на плиту, доводим до кипения. У-ху! Баскетбол forever! Ну а у нас чайник уже закипел. Выключаем и завариваем немножечко чая. Немножечко. Оставляем в сторонку, он нам еще пригодится. Ну а пока закипают сливки, займемся нашими яйцами. Нам надо одни желтки. То есть белки нам не нужны. Мы же не качки. У нас закипела вода, и наши сливки уже почти закипают. И тут нам понадобится женщина. Да. Вернее, чайник. Засыпаем чай. Срочно заливаем все кипятком. И сразу же заливаем нашими кипящими сливками. Одеваем, утепляем, и теперь минут 10 оно настаивается, заваривается, насыщается. А мы продолжаем нашими яйцами заниматься. Но пока взобьем наши желтки с сахаром. Ну вот так отличненько. Такая пенка получилась. Яичная. Кастат еще есть такой яичный заварной крем. Вот. Ну, мы делаем не крем, ну, такой кремовый чай. Ну что, женщина, чай настоялся? Да, чай готов. Ну и отлично. А теперь наш первоначально заваренный чай. Смешаем с нашей пенкой. Тщательно перемешиваем, чтобы белки, желтки вернее, не свернулись. Остаточный сахар у нас растворился. Ух.
чайное крем-бруле. Цвет красивый. Пахнет тоже хорошо. Молодой женщина. Ну теперь можно все смешивать. Но обязательно помешивать, чтобы желтки наши не свернулись. Сахарок весь сюда. Ну и отлично. Получилась у нас такая однородная консистенция, кремовая. Очень, очень красивая и хорошо пахнущая. Опять хозяйку посадим на пару минут проследить за чайком. Ну а мы подготовим пока стакан. Вот у нас стаканчик. Наливаем, пробуем. Эх. Люблю напитки с пенкой, а? И здесь получилось. Пахнет хорошо. Прелесть. Просто прелесть. Очень вкусно. Можно добавить там ванильки, каких-то специй. Еще лучше будет. Никогда не думал, что яичный чай это что-то вкусное. Не, очень, очень классная вещь. Как будто жидкий крем на пироженке. Такой. Жидкая пироженка. Очень, очень согревающий, очень питательный, очень приятный. Замечательный чай. Уже в груди тепло, уже настроение, уже неважно, серые промозглые дни. Очень классный чай, рекомендую. Всего хорошего, делайте вкусные, хорошие напитки, наслаждайтесь жизнью. Пока! Thank you.